В этом видеоролике я вам расскажу, как настроить и активировать новую систему, которая не так давно у нас появилась. Я имею в виду платежную систему. Заходим в своем кабинете в раздел e-wallet, кошелек. Я сейчас поставлю на перевод, чтобы было более понятно. Этот аккаунт совершенно новый. Здесь не было никаких действий манипуляций по электронному кошельку, поэтому ни одного профиля не создано было. Те, у кого уже создан был профиль на Solid Trust Pay, то тогда ссылка здесь должна быть «Создать новый профиль». Так как в этом кабинете нет ни одного профиля, то написано сейчас у вас 0 профилей. И чтобы установить новый профиль, нажмите здесь. Нажимаем ссылочку. Вот, нам предлагают активировать электронный кошелек. Новый. Нажимаем. И здесь сказано, что ваша новая учетная запись будет активирована со следующей информацией. Та информация, которая была у вас указана при регистрации в компании BEPIC. То есть имя, фамилия, телефон, почтовый адрес, все то же самое, что вы указывали при регистрации. Нажимаем далее «Регистрация аккаунта электронного кошелька». И переходим, чтобы войти в этот кошелек. Как только мы перешли в этот кошелек, к нам на почту пришло письмо. Идем на почту. Вот письмо. Открываем. Логин ваш. И пароль указан. Но сначала нужно пройти по ссылке, чтобы активировать. Все, активация кошелька прошла успешно. Продолжаем. Сейчас нам нужно войти. Так, берем логин. Логин тот же самый, что и у вас в вашем аккаунте BEPIC. Ну а пароль выдает система электронного кошелька. И его можно, естественно, поменять. Входим. Так, вошли. Здесь можно выбрать язык. У меня стоит русский сразу. Нажимаем вот выбрать. Далее смотрим имя, фамилия, адрес у нас указан. Что нам не хватает? Смотрите, дата рождения. Нужно обязательно ее поставить. На каком языке вы хотите получать сообщение по электронной почте? Выбираем русский. Гражданство Российской Федерации уже указано. Далее мы галочку ставим «Подтверждаем», что вся информация является правильной. Принимаем положение. И здесь мы придумываем пин транзакции. То есть это платежный пароль. От 4 до 10 цифр. Обязательно запишите его в блокнот, сохраните, чтобы не забыли. Далее мы выбираем три вопроса и сразу же пишем на них ответ. Так, и здесь попроще сейчас выберу. Так, про школу. Вот, запишите все эти вопросы и ответы на них, чтобы запомнить. Продолжить. Потом мы вводим номер телефона ваш. Он автоматически определяет. Вот у меня Билайн, он автоматически определил, да, Российская Федерация, Билайн. Здесь уведомления я оставила по умолчанию, просто ставим галочку. И чтобы все это сохранить, нужно нам ввести наш вот пин-код транзакции, то есть платежный вот этот пароль, который мы вот недавно придумали. Все, первые настройки мы с вами сделали. Моя учетная запись. Заходим. Здесь я рекомендую вам сразу загрузить документ, потому что он проверяется в течение 3-4 рабочих дней. Нажимаем «Загрузить документ». Выбираем, какой из этих документов вы будете загружать. Я вот загружала паспорт.
потом нажимаете «Выбрать файл», выбираете его и «Загрузить». Я сейчас этого не буду делать, потому что на своем аккаунте я уже это все сделала. Далее, давайте я вам еще покажу в настройках. Заходим опять в учетную запись. Настройки. Вот здесь в настройках можно сменить пароль. Вы нажимаете сюда, старый пароль вводите и новый повторяете. Чтобы сохранить, опять этот пин-код вводите и обновить. Профили. Здесь можно добавить платежный профиль. Например, карту, либо заказать карту предоплаченную. Она придет вам по почте. И вы с ее помощью можете снимать в банкомате, либо делать покупки в любых магазинах. Так, давайте сейчас зайдем опять, вернемся в наш кабинет BiEpic. Проходим заново в раздел «Кошелек». Опять нажимаем «Добавить новый профиль». Мы его уже создали, кошелек, мы просто сейчас введем данные. То есть, как вы помните, вот нам приходило письмо, вот наш логин кошелька. Логин кошелька и логин вашего кабинета в BiEpic – это один и тот же логин. Вставляем. Здесь мы придумываем от 4 до 6 цифр ваш пин-код. Я вот ставлю тот же самый, который и в кошельке придумала, чтобы не путаться. Но обязательно все это запишите. Перейти к просмотру и подтвердите создать. Все, ваш новый профиль для вывода создан. Вот он у вас здесь появляется. Название электронного кошелька, ваш логин. Можете выводить с помощью этого электронного кошелька. Когда вы выводите деньги с личного кабинета на эту платежную систему, деньги поступают в электронный кошелек, вот в эту платежную систему. И здесь вот кнопочка, да, вот они у вас тут будут на балансе. А вывод средств есть кнопка. Давайте посмотрим, как можно вывести. Для России очень удобно. Это Kiwi кошелек, либо через вашу карту, либо ту карту, которую вы закажете предоплаченную. На банковский счет еще можно. Ну, здесь денежные переводы, я так понимаю. В принципе, здесь ничего сложного нету. Перевод на русский есть, можете сделать экскурсию по этой платежной системе. Ну, а я на этом свой видеоурок заканчиваю. Всего вам хорошего!